На конкурс дети читают стихи, стих читает Абзабаров Руслан Ринатович, Афанасий Фет, мама глянь-ка из окошка. Мама, глянь-ка из окошка, на вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одел, посветлело, побелело, видно, есть мороз. Не колючий, светло-синий по ветвям развешанный. Погляди хоть ты, будто кто-то староватый, свежий, белый, пухлый, ватый, все убрал кусты. Уж теперь не будет спору за салазки, да и в гору весело бежать. Правда, мама, не откажешь, а сама, наверное, скажешь, ну, скорее гулять.